Так, всем привет. Наверное, как всегда, минутку еще подождем. Вот, и будем начинать. Вот, если у кого-то есть какие-нибудь вопросики, например, вопросики по домашке, то можно сейчас позадавать. У тебя лоудер только на локальной машинке такой медленный или в коллабе тоже? Если что, я видел, что ты включал микрофон, только ничего не было слышно. Ой, а так слышно? Да, сейчас Ох, слышно. отлично. Ну, я пробовал и в коллабе, и у себя. Ну, вот банальный пример с семинара я взял, то, что я 1000 заменил на 400 000 просто объектов, и оно грузит это 5 секунд. Ну, кажется, что-то слишком много. У меня ощущение, что это вообще проблема какая-то связанная, ну, на локальной машинке, может, даже реально со самим питоном, что там какая-то бага, Да нет, потому я и в что коллабе запускал, в коллабе также. ну, это странно, потому что DataLoader в коллабе вот у меня лично работает прям очень мгновенно. Батчи достает. Это очень странно. Попробуем другой версии питона локально. Ну, я пробовал на Маке и на Винде, у меня, ну, типа, одинаково. Ну, у меня вроде на Маке 3.7, на Винде 3.11. Капец странно. Не знаю, надо подумать, так вообще, в принципе, почему это может быть. МБ, что-то погуглить. Не знаю, впервые сталкиваюсь с таким. Ты вообще впервые слышишь про такую проблему, что типа DataLoader долго. Это обычный генератор по факту. Питонский. Который что-то выдает. Фиг знает. Ну, я гуглил, там говорили, что, ну, у вас много, типа, ну, трансформов всяких, поэтому getItem работает очень долго. Но у меня getItem — это просто, типа, обращение по индексу, поэтому, ну, у меня трансформаций вообще никаких нет. Поэтому вообще Ну, непонятно. нет, трансформы, шкодбар, фиг знает. Ну, я что-нибудь попробую прогуглить, вот, что-нибудь посмотреть. Вот. По вопросам, которые были в прошлый раз, я говорю, что их посмотрю. Их было три штуки. Первый вопрос – это Torchcat все-таки выделяет память или нет? Я посмотрел, да. Грубо говоря, что делает Torchcat? Он как конкатенирует тензор? Ну, можно себе это представлять следующим образом. Просто берем... Ах, сейчас я вам демку запущу. И просто покажу. Вот наш 7. Ну, вот Torch делает что-то из разряда, что... Ну, вот у нас есть там T1, T2. Это тензоры. Вот. Что делает Torch? Он, короче, берет, грубо говоря, Torch Zeros размера... так... T1 плюс там, T2 размера там, и там еще какая-нибудь размерность. Вот, а дальше говорит, что первую часть мы заполняем вот от этого массива нулей тензором T1, а вторую часть T2. И челики говорят, что по-другому быть не может, потому что тензоры находятся в разных, ну, естественно, они находятся в разных ячейках памяти, и соединить их так, чтобы дополнительную память не выделять, что-то не представляется возможным. Вот. Еще проверил по дропауту. Действительно, если зайти прямо в доку, у меня, как всегда, не убирается эта шляпа. Так, убралась. Вот, просто дропаут. То там действительно написано, что дропаут, он полностью применяется во время трейна, и дальше в конце трейна просто все веса скейлятся, так, чтобы учесть вот это возможное замыление.
И на этапе evaluation, то есть уже когда вы просто прогоняете для там, метрик, там уже просто identity function, то есть x равно x, f от x равно x функция просто. То есть dropout на eval ничего не делает. Вот. И по batch норму я уже писал в чат, но проговорю. Человек сикнул в тот раз, да, что-то затупил. В batch норме 2 на k параметров, это где k это количество фичей. Вот. Если у вас картинки, то это количество каналов. Вот. То есть по 2, ну это вот гамма и бета те самые, на каждый канал. Что, кстати, вы разобрались, зачем нужны эти гаммы и бета, пока мы не начали? Типа, чем нас не устраивает средняя 0 и стандартное отклонение 1? Что-то типа того, да, что в принципе это вообще не самая оптимальная стратегия, как с точки зрения контроля за теми же самыми дисперсиями, которые все равно важны. Также еще и что действительно можно убить половину всего, и это не круто. Вот. А еще, в принципе, такая весьма прагматичная штука, что если это обучаемые параметры, то получается мы их бэкпропом просто подбираем. Может так казаться, что оптимально иметь среднее, просто вот среднее и СТД не 0 единицу, а там какие-то как раз-таки бета и гамма. И мы их просто бэкпропом подбираем, так, чтобы максимально хороший результат получить. Вот, чисто инженерский такой трюк, который работает. Окейушки, тогда начнем, чем? Сегодня мы посмотрим на оптимизацию, на разные методы оптимизации. Это очень своевременно. Я думаю, что в домашке вы уже посмотрели так или иначе разные методы, но надо это как-то обобщить, как-то об этом пообщаться и посмотреть, чем они различаются и различаются ли вообще. А дальше еще посмотрим на Lightning. То есть можно писать код просто в торче, а можно использовать какую-нибудь настройку над торчом, которая сделает вашу жизнь немного легче. Ну, за счет каких-то все равно своих дробэков. Ну, поглядим. Сначала, естественно, либо, потом фиксируем CD и девайс. Дальше смотрим. Вот, зачем нам вообще оптимизаторы нужны? Вот они нам нужны ровно за тем же самым, зачем они нам нужны были в обычном ML, классическом. То есть помним, что у нас есть там какая-то условная линейная регрессия, и в этой линейной регрессии у нас была какая-то функция потерь, дифференцируемая. Вот, и мы с помощью алгоритм градиентного спуска подбирали как можно более оптимальную комбинацию весов для этой линейной регрессии. Вот. И здесь ровно идея та же самая. Ну, здесь именно это и написано. У нас есть сетка с параметрами тепа. Есть обучающая выборка x. Мы прогоняем сетку, forward делаем. Вот, получаем какие-то предикты. Сравниваем предикты с помощью какой-то функции с таргетами. Вот. И мы получаем какой-то лосс, там, какое-то значение функции потерь. И мы хотим минимизировать эту функцию потери по параметрам сетки тета. Вот. Это верхний уровень. Что касается вот непосредственно примеров. Будем смотреть на таком совсем простеньком примере, на примере вот, кубической параболы. x3 минус 2x квадрат плюс 2. Вот. У нас есть функция сама по себе. И у нас есть производная. Производная для этой функции найти несложно. Это что, 3x квадрат минус 4x. Вот. Посмотрим на эту функцию, как она ведет себя на отрезке от минус 3 до 3. Вот. Так вот оно выглядит. Окей. Дальше. Мы хотим что-нибудь найти. Ну, естественно, что раз мы говорим про оптимизатор, мы хотим найти ее минимум. И этот минимум, он вот он просто очевиден. Вот. Но он что-нибудь для нас. Тут мы напишем функцию, которая будет, она, по сути, сделает тот же самый градиентный спуск, который так или иначе в прошлом году смотрели, на втором семье я вам его уже показывал. Вот. Просто функция, которая будет искать минимум первого порядка. Вот. Learning rate, понятно, размер шага. Эпсилон – это один из параметров для остановки градиентного спуска. Минимум в 0,3. Подожди. 0, подожди. По иксам. Так. 0.
Не, минимум вот он. Ну, типа, вот здесь вот, типа, да, здесь, конечно, есть спуск гораздо глубже, но мы будем искать вот эту точку. Там, да, конечно, минус бесконечность, этот минимум, вот, но в реальности бесконечность минимум не уходит. Вот, мы будем именно вот этот искать, потому что вот тот искать совершенно неинтересно. Там бери какой угодно размер шаг и шагай туда в минус бесконечность, пока у тебя не кончится точность у утилитивок. Вот и все. Вот. Так, эпсилон — это у нас для остановки. Макс итерейшнс тоже для остановки. И прожик — это то, что мы можем делать с Learning Rate. Сейчас глянем. Вот, начинаем. Вот. Первая точка. Вторая точка. Мы их сразу инициализируем, чтобы из них начать спуск. То есть мы будем идти из нуля, потом мы сразу попадем в двойку, и из двойки мы уже начнем непосредственно спуск. Вот. Если у нас, ну, естественно, мы сохраняем историю. Вот. Если у нас функция для изменения Learning Rate не определена, то Learning Rate какой был, такой остается всегда. Если она у нас определена, то помним, что мы можем каким-то образом влиять на Learning Rate, например, с ростом шагов просто его уменьшать. Ну, для того, чтобы в будущем все более аккуратные шаги, получается, делать. Вот. Дальше идем в цикле. Пока у нас разность между весами не будет, ну, все еще больше эпсилон, то есть как только у нас веса начнут меняться совсем немножко, не больше, чем на эпсилон меняться, вот, и пока мы не достигли максимального количества итераций, мы будем делать обычный спуск. То есть мы берем с Learning Rate, там делаем то, что у нас предусматривает эта функция, например, уменьшаем там его или еще что-нибудь с ним делаем. Вот. Дальше обновляем веса и просто вычитаем. То есть из старых весов мы вычитаем Learning Rate, умноженный на производную по старым весам. И таким образом мы получаем новые веса, обновляем историю. Вот и все. И как это выглядит? Вот мы нашли точку, то есть 1,35, эта точка кажется нам, что это локальный минимум. То есть, как говорил, мы начали из нуля, попали сразу дальше в двойку, и с двойки мы начинаем уже непосредственно спуск. Причем, заметьте, делаем мы дофигища шагов, то есть 729 шагов, для того, чтобы найти, в общем-то, далеко не самый сложный минимум локальный. Попробуем увеличить шаг. И это работает. То есть, хоп, мы в 10 раз увеличили шаг. Сделали, получается, во сколько? Ну, грубо говоря, в 7 раз меньше шагов, и все равно сошлись к 1,33. То есть, ну, плюс-минус там есть у нас наш минимум, наш оптимум, к которому мы бы и хотели сойтись. Вот, попробуем еще увеличить шаг. И тоже работает. То есть мы сделали 8 шагов и тоже к 1,33 сошлись. То есть раз увеличена шага, она имеет определенное значение. Ну, вы и сами могли в этом уже убедиться. Вот, чем там больше мочи, тем надо больше следить за Learning Rate. Чем глубже сетка, тем тоже надо лучше следить за Learning Rate. То есть большой. Либо все получится хорошо, либо все получится фигово. Вот маленький, либо будем очень долго сходиться, либо вообще никуда не сойдемся. То есть тут как бы никакой золотой середины как такового не существует. Есть какие-то общепринятые значения. Вот, но они тоже как бы вилами по воде. Если мы поставим слишком большой шаг, то вот как раз-таки и получится result large. То есть это означает, что у нас просто-напросто числа, у нас стек переполнился. То есть шаги были слишком большие, значит, что мы, грубо говоря, скакали как-нибудь, там, я не знаю, можно там прикол ради, там, что-нибудь рисовать. Что мы, допустим, как-нибудь могли там скакануть вот так, а потом мы могли, например, скакануть, дальше пойти по шагам. У нас указывает градиент куда. Ну вот куда? Туда. И мы скачем и перескакиваем резко вот куда-нибудь сюда. Как бы направление то же самое, идем вниз, но мы же движемся по ландшафту функции потерь. Вот, и мы перескочили сюда. Теперь градиент там указывает куда-нибудь туда. Вот, мы там делаем какой-нибудь конский шаг. Вон туда же. И таким образом, ну, как вариант, такая может быть траектория, что мы будем теперь туда-сюда метаться, и в какой-то момент мы просто там дойдем до того, что мы попадем в какую-то точку, которая фиг знает где находится, там очень высоко. И у вас будет лосс в этой точке, и производные вот точки, и все будет у вас, ну, просто конских размеров. Настолько, что у вас тупо в 64 бита не влезет это все добро. Вот. 64 байка, прошу прощения. Вот.
Я надеюсь, были видны эти рисунки, которые я делал. Вот. Так. Дальше. Но если мы возьмем ровно такой же, на самом деле, размер шага, то есть 0,6, который у нас до этого вывел ошибку, и теперь мы будем на каждом шаге что делать? Мы каждый раз будем уменьшать его, то есть брать только 30% от предыдущего шага. То есть, ну, достаточно быстрое уменьшение. Каждый раз мы, по сути, берем только 1/3. То тогда мы совершенно спокойно сойдемся, причем за 7 шагов, а вот здесь было 8 шагов. Вот. То есть такое тоже работает. Мы просто каждый раз делаем шаг все меньше, меньше и меньше. И это может сгладить все неприятности от слишком большого шага. Но тут тоже надо быть внимательным. Если вы поставите слишком большой коэффициент, ну, давайте, я не знаю, попробуем там 0,9. Что произойдет? Result too large. Попробуем 0,01. Вот. И он вообще сошелся фиг знает к чему. Все почему? Потому что шаги слишком сильно, слишком быстро угасли, и он тупо, ну, просто не успел сойтись. Вот он перепрыгнул двойку, из двойки он начал малюсенькими шажочками идти куда-то, и он, ну, просто не успевает никак совершенно. Вот, то есть тут тоже надо быть очень сильно внимательным. Но также мы понимаем, что обычный градиентный спуск, он нас не устраивает. Помните, да, чем нас не устраивает обычный градиентный спуск? Почему нам вообще нужно что-нибудь поинтереснее? Есть какие-нибудь идеи? Ну ладно, ладно. Окей. Да, как вариант, мы можем при большой выборке долго шаг считать, мы можем застревать в локальном минимуме. Действительно, у обычного градиентного спуска много проблем. И вот, например, слишком долгие подсчеты нас очень сильно колеблют. Почему? Потому что мы же хотим какие-то здоровенные сетки учить. Для больших сеток требуются огромные наборы текстов. То есть не текстов, а данных. Вот. Чтобы было понимание, то есть для текстов, и для текстовых моделей, языковых моделей. Есть некоторые подсчеты, которые говорят, что вот если у вас там столько-то там параметров, то вам нужно столько-то токенов показать сетке, чтобы она нормально обучилась. И вот токенов гораздо больше, чем параметров. А сетки сейчас есть, если посмотрите, у которых миллиарды параметров. То есть надо показывать миллиарды, там, десятки миллиардов токенов. Это дофига. Если мы будем тогда на вот всей этой выборке считать один шаг градиентного спуска, то мы не доживем, пока просто один шаг досчитается, а нам надо пройтись несколько раз, ну, несколько эпох, хотя бы как минимум. Вот. И действительно локальный минимум, то есть мы не хотим, если бы у нас там была бы цель прям минимизировать функцию потерь, то мы бы не хотели бы застрять вот здесь, мы бы хотели бы, чтобы тема была примерно такая, что мы там, не знаю, вот отсюда начинаем, чтобы мы вот так вот прыгнули, допустим, сюда, потом сюда, а потом мы бы хотели бы каким-то образом, каким-то невероятным образом взять и как-нибудь выпрыгнуть из этой точки. Вот. И есть механизмы, которые нам действительно позволяют сделать такой вот некий прыжок. Давайте так скажем. Вот. А в частности, это, ну, не для прыжка, но для оптимизации вычислений мы можем использовать SGD. SGD, Stochastic Gradient Descent. Самое классическое его понимание – это то, что мы можем смотреть, мы можем оценить величину градиента, который мы посчитали бы по всей выборке, путем подсчета градиента только в одной точке. То есть мы берем какой-то один случайный, это важно, объект из обучающей выборки и на нем считаем градиент. Вот. И можно доказать, что, в частности, если мы случайно берем этот объект, то что эта оценка в целом оказывается не смещенной. То есть мы движемся, мы будем двигаться, в общем и целом, в правильном направлении. Не всегда это направление будет прям абсолютно самым оптимальным, какое мы получили бы, да почти никогда, наверное, таким не будет. Вот, мы же не все объекты учитываем, в том числе не учитываем какие-то там особые объекты. Вот. Но, тем не менее, мы всегда в среднем будем двигаться в правильном направлении, то есть в сторону уменьшения нашего функционала. Вот. И тут вот как раз в формуле происходит изменение, то есть мы уже не по всему x, а по x-итому и y-итому.
оцениваем градиент, а в остальном градиент на шаг такой же. Из старых весов мы вычитаем Learning Rate, умноженный на вот эту вот как раз-таки оценку градиента. Вот, если мы хотим немножечко более стабильную версию стохастического спуска, то мы будем оценивать уже не на одном объекте, а на пачке объектов на батче. Вот, то есть там будет тогда просто возьмем не всю выборку, и по сути это некий трейд-офф между тем, сколько мы готовы времени тратить на то, чтобы у нас посчитался один шаг, и тем, насколько хорошее приближение градиента мы хотим получить. Идеальное приближение и максимальное время это gradient descent, вот, а минимальное время, но и самое фиговое приближение это стохастический спуск, и вот где-то вот трейд-офф это мини-батч, то есть берем какую-то пачку рандомную и на ней оцениваем. Вот. Дальше еще более крутое изменение градиентного спуска это когда мы хотим как раз-таки решить проблему с локальными минимумами. То есть мы хотим, чтобы мы не застревали вот в таких вот точках, а чтобы мы из них каким-то образом выпрыгивали. Обычный градиентный спуск, пусть даже и там стохастический, нам не позволяет сам по себе внутренне, по своей структуре, он просто нам не позволяет каким-то образом отсюда выпрыгнуть. То есть если у нас learning rate больше, грубо говоря, чем вот эта вот штука, тогда, может, мы еще сможем выпрыгнуть. Но обычно такого не происходит. Если у нас такой конский learning rate, то мы уйдем все равно в бесконечность. Вот. Мы хотим какую-то более интеллектуальную штуку, а не надеяться на авось. Можно было бы, например, использовать стратегию, которая называется мультистарт. Наверное, вам Женя на лекциях рассказывал, что мы можем просто брать и начинать свой спуск. То есть мы, допустим, отсюда начали, и мы вот так вот прыгаем, 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 сошлись сюда. Вот мы хотим, чтобы мы сюда не сходились. А, кстати, скажите, а вам видно, что я рисую? А, супер. Вот. Окей, но дальше, окей, у нас же шаги становятся меньше. Мы же умные, мы же знаем, что шаги большими делать как бы не имеет смысла. И все, и мы будем здесь как-то там топтаться, топтаться, пока не сойдемся к какому-то минимуму. Что можно, как эту проблему решить? Ну, чисто инженерно, что мы можем начать из какой-нибудь другой точки спуск, например, из этой. Но из этой мы все равно сойдемся сюда в итоге. Вот. Но мы будем выбирать так много-много раз точки, и в какой-то момент мы можем начать спуск, например, вот отсюда. И тогда мы уже пойдем вот туда вниз, вот туда. Ну, там, представим себе, что эта функция тоже как бы там, вот такая какая-нибудь. Вот. И тогда мы там сойдемся где-нибудь там к какому-нибудь минимуму, и все. И у нас все будет прекрасно. Вот. То есть, на бесконечность обычно функции потерь не уходят. Так. Вот. И это чтобы эту идею как-то развить, то есть чтобы не делать мультистарт, ну, в чем проблема мультистарта, самое главное, нам нужно несколько раз все обучить. Несколько раз все обучить, это как-то ну, дорого. Один раз обучить модель дорого. А вы, может быть, видели в современных статьях, а еще смотрят не только на показатель того, сколько вычислительных мощностей используется, а еще и на такой достаточно новый показатель, это на углеродные выбросы. Есть формула специальная для того, чтобы посчитать, сколько вот вы обучили сетку там, с таким-то количеством параметров, на там, стольки-то карточках и все такое, и как посчитать, сколько углерода вы выбросили, грубо говоря, в атмосферу, насколько сильно вы загрязнили окружающую среду путем того, что вы вот, провели свои какие-то там экспериментики. Вот. И то есть этот показатель, он тоже имеет значение. Вот. И в этой связи мультистарт кажется ну, совершенно неоптимальной фигней. Поэтому просто смотрим на то, как работает момент. То есть, в чем идея моментума, то бишь инерции. Ну, вот мы движемся из данной точки. Как понять, как мы движемся? Мы движемся в сторону минимума. Мы к нему сходимся. И вот, опять же, мы отсюда никак совершенно не можем выпрыгнуть. Окей. Нам, даже если мы сюда вот как-то там пройдем, то мы все равно в итоге скатимся к этому минимуму, потому что у нас шаги слишком маленькие, а большие мы делать не хотим. Вот. А мы бы хотели перепрыгнуть эту точку, вот, и еще к тому же в идеале, чтобы сойтись вот сюда, но чтобы при этом не пойти дальше, то есть по склону не подниматься за счет вот как раз-таки инерции. И какую идею мы развиваем? Мы говорим о том, что ну вот у нас есть там какая-нибудь, не знаю, плоскость. Вот просто представим себе, что ну, градиент это и есть вектор. Вот, вектор на плоскости. Мы говорим, что градиент у нас указывает вот сюда, на этом шаге. Окей, мы сдвинулись там, ну на сколько-то, мы же двигаемся не на полный шаг, мы на самом деле двигаемся там на кусочек шага. Окей, мы сдвинулись.
Дальше. На следующем шаге у нас градиент указывает куда-то вот сюда. Вот. В целом, ну, приемлемо. Вот, тоже двигаемся на какой-то шаг. Но мы при этом забываем, что на прошлом шаге мы посчитали градиент, и он куда указывал? Он указывал в сторону, в которую у нас функция в наибольшей степени, в сторону, где наискорейшее убывание функции. Вот так, наверное, правильнее сказать. Вот. То есть мы эту информацию совершенно никак не используем. Мы как бы забываем, что мы до этого вообще считали какой-то градиент. Но мы могли бы использовать эту информацию и сказать, что а давайте мы будем шагать в сторону не текущего градиента, а текущего градиента, скажем так, поправленного на то, какой градиент мы считали до этого. То есть давайте сделаем, не знаю, там, вот такой вот шажок. Вот. Мы как бы, грубо говоря, и для предыдущего хорошо сделаем, то есть в сторону убывания ошибки на предыдущем баче и для текущего бача. Вот, грубо говоря, идея такая. И эта идея и есть момент. То есть мы учитываем инерцию. Инерцию нашего движения, то есть направление градиента с прошлых шагов. Не обязательно с одного шага. Их тут может быть больше. Вот, то есть там много разных стрелок. И мы просто сагрегируем это все и найдем какой-то некий какой-то общий вектор, скажем, что там вот он будет какой-то, не знаю, вот такой. Вот, и пойдем в эту сторону. Вот, то есть мы учли предыдущие траектории. И очевидно, и здесь вот это показано, что если у нас будет, если мы будем нормально учитывать инерцию от предыдущих шагов, то мы сойдемся к минимуму. При этом мы сможем за счет вот буквально только этой инерции пройти еще сколько-то шагов и перескочить через вот такие вот препятствия. Причем не обязательно, что это препятствие будет маленькое, мы все равно пройдем сколько-то, просто за счет инерции. Вот. Но если мы поставим инерцию слишком большую, то есть будем слишком сильно учитывать значение предыдущих градиентов, слишком много, то может так получиться, что попав в локальный минимум, мы в нем вообще не задержимся и пойдем двигаться дальше и слишком сильно от него уйдем. Вот, попав в глобальный минимум. И пойдем там, в сторону какого-то следующего локального минимума. Мы этого не хотим. Поэтому то, как вы подбираете вот этот моментум, параметр, это тоже имеет значение. Не стоит его ставить слишком большим. Вот. И дальше мы посмотрим уже пока вот эта душная часть про то, какие еще есть методы, вот, чтобы подойти наконец-то к Адаму. Ну, во-первых, чем нас не устраивает уже FGD с инерцией? Нас не устраивает, в частности, следующие два момента. Первый момент. Нас все еще не устраивает то, что мы слишком сильно зависим от learning rate. То есть от того, насколько хорошо, насколько прошарено вы выберете просто буквально первое самое значение learning rate, а потом еще там, ну, шедулер какой-нибудь запустите, то есть то, насколько вы будете менять, очень сильно зависит ваш результат. Вы могли заметить в домашке, что там меняете learning rate немножечко, и результат может меняться, к слову, довольно-таки сильно. Вот, нам бы хотелось как можно меньше зависеть от того, какое начальное значение, начальное приближение learning rate мы выбрали. И второй момент, это нам бы хотелось учесть, что фичи бывают в общем и целом разные. То есть, допустим, представим себе, что у вас есть там, не знаю, там табличка, и в ней одна фича меняется постоянно, там, 1, 2, 3 и так далее, а другая фича меняется редко. Вот. Третья там меняется, там, не знаю, 1, 1, 0 и там так далее. То есть все фичи, они могут иметь совершенно разную, не знаю, как это, разреженность, давайте назовем это так. То есть меняться, кто-то меняется чаще, интенсивнее, кто-то меняется реже. И мы понимаем, что вот именно по, там, не знаю, это будет фича 1, и этой фиче 1 будет соответствовать вес 1. И вот этот вес с индексом 1, он будет меняться довольно-таки часто. Почему? Ну, потому что у нас меняются значения, а раз меняются значения, то мы градиенты будем получать разные. Ну, просто потому что у нас предикты будут разные, и градиенты будут разные. А вот по фиче 2, вот, и по фиче 3 у нас веса будут меняться пореже. Точнее, должны бы меняться пореже. Ну, вот здесь вот постоянно. Два раза подряд идет значение. То есть нам бы хорошо, когда у нас в этой фиче идут одинаковые значения, ну, не то чтобы сильно вес менять.
Почему? Ну, потому что повторяются значения, то есть мы никакой новой информации для этого веса, для его обновления не получили. Вот. И здесь ровно то же самое. Опять же, два повтора, хотелось бы V3 тоже обновлять, ну, как-то пореже. Вот. И эту идею, если развить, то мы получим уже какие-то более адаптивные методы того, как мы можем проводить градиентный спуск. Вот. Первым таким методом является адоград. Что мы делаем в адограде? Мы берем идею из стохастического градиентного спуска, то есть мы берем там, один, например, или какой-нибудь батч, без проблем вообще, но при этом мы убираем нашу зависимость от learning rate. Как мы ее убираем? Мы берем и говорим, что у нас теперь размер шага будет нормироваться, то есть вот у нас есть initial какое-то значение learning rate, обозначенной буковкой это. И мы каждый раз делим его на вот это вот новое наше значение s плюс эпсилон. Плюс эпсилон, естественно, здесь нужно просто для того, чтобы мы на ноль как-то случайно не поделили и не умерли. Вот. В остальном s это предыдущее s плюс вот такая вот штука. Это что мы берем матрицу весов, грубо говоря, возводим ее в квадрат и берем диагональные элементы. Вот. То есть такой вот получается метод второго порядка. Вот. Что-то уже начинает клонить в сторону каких-то гессианов и всего такого. И если вам так покажется, то это действительно правильные штуки. Вот. То есть если вы почитаете там больше про методы оптимизации, посмотрите, что это такое методы вообще первого порядка и второго порядка, то вот это вот уже прям очень сильно начинает походить на оптимизацию второго порядка. То есть вот это значение, оно выбрано не с потолка, не случайно, а оно действительно является, ну, достаточно оптимальным для того, чтобы мы таким образом отнормировали наш learning rate. И получается, самое смешное, это то, что у нас самые первые итерации нашего алгоритма, у нас уже learning rate будет каким-то образом достаточно интеллектуально нормироваться, и мы таким образом отходим от того, что самое первое выбранное нами значение, оно играет прям чересчур большую роль. Развиваем эту идею. Вот. Сюда мы добавляем экспоненциальное сглаживание. В чем прикол? Прикол в том, что, если заметить здесь, мы всегда к s прибавляем какое-то там значение. Пофигу даже какое, мы вот если мы берем число и к нему постоянно что-то прибавляем, то число, естественно, монотонно возрастает, потому что вот этот это точно не ноль. Вот. Получается, у нас знаменатель дроби постоянно растет. Вот. Он, конечно, там под корнем, но все равно это будет перманентный рост, потому что итерации мы делаем дофигища. Вот. И получается, что раз знаменатель растет, то величина вот эта вся, она перманентно падает. И у нас получается, что вот эта штука, она постоянно убывает до тех пор, пока она вообще не обратится во что-то очень близкое к нулю. Вот. И тогда наш спуск, он по сути прекратится. Мы бы хотели этого избежать. За счет чего? За счет того, что мы делаем штуку, вот, которая может вам напомнить экспоненциальное сглаживание, когда мы берем какой-то коэффициент, умножаем предыдущее значение на этот коэффициент, дальше единица минус коэффициент, и вот эта вот поправочка для нашего градиента. То есть мы что делаем? Мы говорим, что вот у нас, допустим, грубо говоря, если бы у нас был бы там, скажем, список из наших значений для вот этой вот нормировки, там были какие-нибудь неправильно сделал, только единственное, ну вот просто какой-нибудь там список, там 1, 2, 3 и так далее. Вот 8-9, то мы бы хотели, грубо говоря, что сделать? Мы бы хотели, чтобы мы учитывали только, скажем, два последних значения. В наибольшей степени, естественно, учитывали. То есть, чтобы все остальные значения играли роль, и чтобы они играли роль, ну, такую, типа, вот небольшая поправочка. И только два последних значения в наибольшей степени, скажем, определяли то, как мы будем менять наш learning rate. Тогда вот мы используем экспоненциальное сглаживание. Оно позволяет вот примерно такую штуку сделать. Вот. И чем это нам поможет? Это нам поможет тем, что каждый раз у нас число монотонно уже не растет. То есть, если мы подберем хороший коэффициент, то у нас каждый раз число будет меняться, оно то будет больше, то будет ниже и так далее. То есть теперь у нас уже нету того, что эта вся штука устремляется к нулю. То есть мы решили самую главную проблему адограда. Вот.
И, к слову, нужно понимать, что еще и дополнительно тот же самый там, те же Адаграт, насколько я помню, и РМС Проб, они еще и не просто для всей выборки, как обычные там СГД, они для каждого параметра отдельно, вот то, про что я и говорил. То есть все веса, они подбираются по отдельности для каждого параметра. Все веса обновляются отдельно для каждой фичи. Вот. То есть для каждой фичи еще и будет свой learning rate. Это же круто. Вот. И, наконец, мы приходим к Адаму. Адам это сейчас не самый, типа, топовый оптимизатор на самом-то деле. Вот. Но, тем не менее, он является, ну, в общем-то, достаточно распространенной штукой. То есть и вам тоже рекомендуется там в своих домашках пользоваться, например, Адамом, потому что он, ну, тупо хорош. Вот. В чем прикол Адама? Мы берем и соединяем инерцию и RMS Prop. То есть мы берем, оцениваем на какой-то фиче значение градиента. Дальше мы считаем моменты двух порядков. Первого и второго, грубо говоря. Мы берем, получаем какие-то значения. То есть мы делаем дважды сглаживание. Первое и второе. То есть в первом мы смотрим на значение градиентов и обновляем вот нашу некую поправку. Во втором мы, опять же, тем же самым сглаживанием, столько с другими коэффициентами, смотрим на ту самую вычисляемую нами поправку, на learning rate. Вот. И получаем какую-то новую поправку, которая учитывает все предыдущие поправки. Дальше мы масштабируем наши вот эти значения МВ. Есть идеи, зачем нам вообще масштабировать вот эту вот всю шляпу нужно? Чтобы что? Возможно, это может помочь тем, чтобы он не взрывался, но на самом деле вот самая такая банальная мысль, зачем нам нужно отмасштабировать это все, это за тем, что будет на самом первом шаге. На самом первом шаге у нас вот эта штука будет нулем, и вот эта штука будет нулем, мы их инициализируем нулями. И тогда вот эта нормализация, что она дает? У нас вот это 1 минус бета, 1 минус бета сокращается, вот здесь вот сокращается, и мы получаем в точности формулу, которая у нас была в предыдущем случае в RMS пропе. То есть мы из самого первого приближения нашего градиента вычитаем просто вот эту всю поправку. Вот. Это самое такое простое объяснение, которое обычно дается, в частности, чтобы на первом шаге ничего не кокнуло. Вот. А в дальнейшем вся эта поправка, она играет, естественно, какую-то роль, то есть мы так или иначе все равно масштабируем, получается, наши значения первого и второго моментов, так их называют. Но, тем не менее, вся эта поправка, она все равно, ну, то есть мы, окей, мы, допустим, сильно отмасштабировали, но тогда в следующий раз это все масштабирование будет поменьше. Ну, потому что мы все равно ищем оптимум. То есть все равно вот эти значения не зависят от бет, но так или иначе мы все равно идем к оптимуму, и они регулируют просто в какой-то мере скорость того, как мы к этому оптимуму идем. Просто они делают это довольно-таки интеллектуальным образом. Вот. Как-то так. Ну и вот такая интерактивная схемка, что вот у нас есть SGD. Мы решили, что мы будем использовать именно SGD, потому что это просто эффективно с точки зрения вычислений. Вот. Добавляем инерцию, получаем SGD в этот момент, добавляем масштабирование градиента и то, что мы градиенты по отдельным фичам считаем, получаем адагратор RMS Prop, добавляем сюда инерцию и получаем там Адам, Ададельта, AdamV. Вот, вы могли слышать про AdamW. Это как раз штука, когда мы используем не только Adam, но еще и VDK, ну, на самом деле, по сути, регуляризацию. Вот. Окейушки. Теперь, зачем это все было нужно? Затем, чтобы мы посмотрели, как это все работает в торче. В торче есть дофига тоже своих каких-то оптимизаторов, которые за нас просто делают вот буквально вот это. То есть градиенты мы, конечно, считаем сами, через, ну, как сами, через бэкворд. Вот. А дальше
Этот оптимизатор за вас посчитает там МВ, масштабирует и сам обновит за вас веса. И вот в зависимости от того, какую формулку вы хотите использовать для обновления своих весов, вы используете там вот соответствующий оптимизатор. Вот. Это не исчерпывающий список. На самом деле оптимизаторов существует просто невероятное множество. И даже сейчас в индустрии они до сих пор разрабатываются. Мои коллеги разрабатывают тоже какие-то свои совершенно другие, скажем так, оптимизаторы, вот, которые уже направлены там, на какие-то более интеллектуальные, более интуитивные штуки того, как можно было бы что-то там оптимизировать. Вот. Но вот там для этого курса, например, вообще, в принципе, да и для жизни хватит и даже тех, что есть торча. Вот. Что у нас есть по методу? Есть step, то есть когда мы говорим там optimizer.step, тогда мы просто вот, по формулкам обновляем веса. Веса, которые мы, естественно, до этого передали оптимизатору. Мы можем делать zero-grad, то есть он возьмет и тогда по всем параметрам возьмет и занулит все градиенты. Для чего? Ну, мы уже смотрели, что будет, если этого не делать, будет плохо. То есть градиенты будут аккумулироваться. Так можно делать, только если вы намеренно хотите их аккумулировать много-много, а потом уже сделать какой-то шаг. Вот. Если для вас шаг слишком дорогое удовольствие, чтобы его каждый раз делать. Вот. State dict – это вы получите все то, что находится внутри. То есть каково сейчас состояние оптимизатора, какие у него параметры установлены и так далее. Вот. Вы, допустим, хотите это все посмотреть сами. Что вообще там как работает? Вот. И вместо того, чтобы там, не знаю, там в том же коллабе, когда ты открываешь скобочку, он тебе выдает пояснение, но это пояснение выдается, ну, не сразу. Это немножко раздражает, и можно вот так через знак вопроса просто писать. Фигак, и он выдает сигнатуру, выдает док-строку, и там еще обычно всякие экзамплы есть, то есть док у торча офигенно. Как это будет работать вообще? Возьмем модельку, вместо качества модельки просто линейный слой, в котором будет всего один нейрон. Ну, на самом деле не один, на самом деле будет два параметра. Это у нас непосредственно нейрон, который будет отвечать за веса, и еще один байс. Почему? Потому что в линер там есть еще, по-моему, не помню, как это называется, параметр, что-то типа просто байс, и он обычно установлен по дефолту в true. То есть линер слой всегда изначально сам по себе учитывает то, что вы хотите байс, чтобы он сам создал, а не чтобы вы там добавляли, там, как в прошлом семестре, дополнительный столбец из единичек. Вот. Теперь, чтобы получить доступ к параметрам вашей модельки, вы можете вызвать либо model name parameters, либо просто parameters на самом деле. То есть вот эта штука тоже работает. Можно чекнуть. Так, ну, потому что я не запустил. Вот. Model parameters это генератор. Если вы сделаете его лист, то он вам выдаст все то же самое, только без наименования. Вот. Fade, bias, если у вас там какие-то слои, причем вы их как-то там назвали, то они будут как-то еще и называться там вам понятным образом. А здесь это просто вот такой списочек для того, чтобы вы, если что, например, хотите там, не знаю, посчитать, сколько у вас всего параметров или там нормы какие-то. Ну, вот так вот легко можно получить к ним доступ. Вот. Здесь же вы что указываете? Ну вот, Torch Optimus GD. В оптимизатор вы всегда передаете параметры. И learning rate указываете, чтобы не пользоваться, я не знаю, какой там дефолтный, даже если честно сказать. Но его, кстати, можно проверить. А он здесь нету дефолтного, то есть он всегда required, то есть вы всегда его указываете самостоятельно. Вот. И вот он у вас получается. Все эти фишечки. В ADK отвечает за то, чтобы экспоненциально уменьшать веса. Та же самая, на самом деле, формула, там, вот, значение в ADK на веса. То есть тоже несложно разобраться. То есть, если вы хотите, чтобы еще и как-то подрезать веса, это типа регуляризация. И на самом деле можно доказать даже тот факт, что это по сути L2 регуляризация у весов. Вот. Нестеров моментум это более интуитивная версия спуска с использованием инерции, когда мы не сначала типа сделали шаг, потом в следующий раз учли инерцию, там новый шаг. И как-то там их проагрегировали. А когда мы используем эту информацию как можно сильнее и считаем, берем
сначала там, например, шагаем по инерции, по моменту, вот, а потом еще что-нибудь делаем. То есть тоже как бы достаточно прикольная вариация спуска, когда мы по максимуму используем. Да, он на шаг как раз-таки в будущее смотрит. То есть есть же картиночки крутые, что типа не стирать моментум. Любасу должны быть прям какие-то картиночки того, что он действительно как будто бы смотрит на шаг в будущее. Вот, что вот оно. Типа моментум, градиент десента, как показывал, вот на самом деле по правилу параллелограмма в данном случае можно считать, что это находится. Ну, мы просто проагрегировали. Дальше. Но в Нестеров моментум мы что говорим? Мы же все равно сделаем шаг по инерции, ну, вот в сторону инерции, вот куда-то туда. Все равно. То есть, ну, мы этого хотим. Мы так просто это все тупо запрогали. Ну, наверное, у шага красиво, честно говоря, я не смотрел. Вот. Так давайте мы представим себе, что мы сделали шаг в сторону именно вот моментума, то есть в сторону инерции, а потом уже оттуда посчитаем градиент и посмотрим, куда он будет указывать. И вот это и будет наш в итоге настоящий шаг. Вот. И мы так будто посмотрели в будущее. Почему в будущее? Потому что мы градиент посчитали, по сути, вот отсюда. Не отсюда, где мы есть, а мы посчитали его из некой будущей точки. И это действительно очень красивая идея того, как можно оптимизировать то, что, казалось бы, уже и так хорошо. Вот. Ну и там дальше какие-то штуки. Честно сказать, я сам не знаю значения всех прям абсолютно параметров, вот, потому что в реальности они как-то не особо даже используются, даже в каком-нибудь там продакшене, то есть сколько я рассмотрел, не то чтобы это сильно все роляет. Вот. Самое главное – это Unit Rate. Остальное все наживное. Ну, тот же момент еще, окей, можно. Что дальше? Мы можем посмотреть, ну, здесь еще раз показывается то, как можно задавать модуль с помощью еще нового метода через модуль dict. Но на самом деле я не видел, чтобы кто-то так пользовался. Выглядит, если честно, весьма колхозно. То есть вы как бы берете, хопа, типа вот линер слой, вот то, и это все, это по сути похоже на sequential. Только вы еще и название даете, как будто вы из nametuple делаете sequential. Ну, вот не суть. И SGD тоже можно делать вот с помощью вот похожей темы. Вы можете, по сути, брать у своей модели, если вы дали какие-то названия, то есть если параметры, они различаются у разных слоев по названиям. Вы можете взять параметры первого слоя, который вы задали, и для них прописать, что вы хотите learning rate видеть каким-то одним, а для параметров другого слоя каким-то другим, или для всех остальных вот таким. То есть, если вы у одного задали learning rate, то он к этому слою всегда применяется. А для всех остальных будет применяться тот, который вы общий написали. Вот. И таким образом, почему это вообще важно? Потому что дальше мы будем говорить когда-то потом про transfer learning. И там будет иметь значение то, насколько сильно вы меняете исходное значение какой-то заранее предобученной секции. То есть вы будете хотеть, чтобы сетка, например, самые первые слои у сетки менялись прям, если вообще менялись, то чтобы они менялись очень слабо. А вот самые последние слои, например, classifier head, глава классификационная, вот чтобы она менялась прям сильно. И вот таким образом вы можете дешево и сердито предусмотреть то, как что будет меняться, чуть ли не послойно. Вот. Так что это тоже прикольная тема, которую можно запомнить. Вот. Но что-то я редко видел, чтобы кто-то разные learning rate давал разным там весам или группам весов. Вот. Обычно тупо замораживают и обучают что-то одно. Это прям самая классика. И шедулеры. В чем прикол шедулеров? Я думаю, вы уже тоже их смотрели и уже знаете, зачем нужны шедулеры. Они нужны как раз-таки за тем, чтобы каким-то образом по какой-то стратегии learning rate изменять. Мы не хотим, чтобы learning rate всегда был одинаковый. Вот. Можно так делать, если вы там действительно дообучаете какой-нибудь, ну, условный BERT. То есть большая сетка, вы хотите ее дообучить под свою задачку, и вы с каким-то очень маленьким learning rate что-то там дообучаете. Но в остальном вы обычно будете использовать какие-нибудь шедулеры. Причем, скорее всего, кастомные, а не вот эти. Вот. И каждый шедулер отвечает за какую-то свою, совершенно не похожую на остальных, стратегию того, как можно это все дело сделать.
Здесь у нас, ну, естественно, в шедуле тоже есть step, то есть изменить learning rate. И state dict — это внутреннее состояние шедулера, learning rate, сколько шагов и все параметры, которые вы там сами призадали. Вот. Ну и смотрим. А есть модель, опять же, из того же самого линейного слоя, где один нейрон и один байс. У нас есть SGD, который вы передаете model parameters. К слову, будьте внимательны, когда вы делаете множество экспериментов. Есть такая достаточно распространенная ошибка, что вы делаете что-то типа того, что вот у вас там есть какой-нибудь там model, там равно то-то, то-то. Дальше вы там делаете оптимизатор, вы говорите, что там какой-нибудь Адам, и даете ему model params, и там learning rate такой-то задаете, там равно что-то там и так далее. Вот, вы обучили это все, попробовали, вам не понравилось. Вы хотите эту модель сохранить и попробовать новую, и делаете там model 1, говорить, что model 1 это что-то там, и, например, сразу же запускаете fit, ну, обучение. Почему это плохо? Потому что вы будете с тем же самым оптимизатором, то есть там, естественно, model, opt, вот. Вы будете, ну, с model 1. Вы таким образом будете пытаться обновить параметры той модели, которую вы передали в оптимизатор. Поэтому, если вы создаете новую модель, то, естественно, всегда нужно передавать от этой модели параметры в оптимизатор. Тоже достаточно прям реально очень частая штука, типа, почему сетка не учится? Ну, потому что, возможно, в частности, что вы могли просто забыть передать оптимизатору параметры новой модели, и она пытается обновить, и он, оптимизатор, пытается обновить параметры старой модели, что не есть круто для вас. Окей. Дальше. Вы берете какую-нибудь функцию для шедулера. В данном случае просто 0,65 умножить там на в степени Так, в степени learning rate получается. Ну, это достаточно сильно уменьшает это все. Вы просто выбрали какую-то функцию и передаете ее в lambda-lr. То есть лямбда — это просто вот он берет лямбда-функцию, которую вы сами сделали, и что-то там с ней делает, то, что вы, собственно, и предусмотрели. Вот. Вы передаете сюда оптимизатор, который вы управляете learning rate, который вы передали learning rate, и, собственно, непосредственно функцию. Вот. Ну и здесь мы можем нарисовать чуть-чуть дальше. Нарисуем что-нибудь красивенькое, типа оптимизатор, функция, которая просто берет, создает модель и оптимизатор, и функция, которая рисует то, как меняются learning rate в зависимости от там номера шага или номера эпохи. И вот для лямбды, в зависимости от того, какую функцию вы выбрали, там вот здесь 0,95. Scaling factor, давайте назовем это так. Вы скейлите на 0,95, там, если взять на 0,5, то получится вот так вот. Ну, достаточно сильная просадка. Вот. Если возьмете там 0,1, то вообще будет жуть. То есть у вас learning rate, он очень быстро, он у вас, ну, к какому? Не знаю, к третьему шагу он становится уже практически равен нулю. То есть, естественно, такое смысла имеет крайне мало. Вот. То есть там берем 95, те же самые, ну, красиво. Learning rate потихонечку уменьшается. Сами берете, придумываете какую-то функцию, по которой вы хотите, чтобы это работало, и это будет работать. Вот, step LR. То есть каждый раз у вас learning rate будет уменьшаться в гамма раз. Каждый step size шагов, то есть каждые 10 шагов, learning rate уменьшается в 0,7 раз. Все умножить на 0,7. Вот. Ну и нормально, просто пошагово. То есть зачем это может понадобиться? Ну, вы хотите вот с текущим learning rate пообучать немножко, а уже потом уменьшить, а не каждый раз уменьшать его. Ну, тоже хорошо. Есть вариант отжига, когда у вас learning rate вот так вот колбасит. Зачем это может быть нужно? Это может быть нужно за тем, что на самом деле не всегда learning rate вообще в принципе выгодно уменьшать. То есть кажется логичным, что да, можно его уменьшать, и это приведет только к хорошему. Но иногда его можно хотя бы немножечко там повысить, чтобы шаги стали немножечко поинтенсивнее, а иногда понизить. И вот косинусный отжиг – это как раз алгоритм, который там по косинусоиде, по сути, меняет вам learning rate в заданных вами, в заданном вами рейнже. Задайте какой-нибудь другой. Оба. Почаще стали эти штучки гребни, так назовем это так.
Вот, поменяйте здесь, там поставьте 10, и у вас будет просто уже вся эта спиралька. Да. То есть тут бывает разное помогает. То есть, опять же, кажется, ну, какая тупость повышать learning rate. Но на самом деле это работает. Вот, типа, можно сколько угодно биться головой об стенку и говорить, что ну, это ж тупость, но на самом деле вот, ну, просто берет и работает. Вот и все. Такая вот инженерная тема, что иногда повышать learning rate вполне себе разумно. Вот, таким образом мы как бы циклично. То побольше шаги, то поменьше шаги делаем. И бывает клево. Дальше. Окей, сейчас мы немножко отвлечемся от оптимизаторов, а потом к ним вернемся просто тупо, чтобы сравнить их между собой. Вот. И поговорим про Lightning. Скажите, а кто-нибудь из вас вообще, в принципе, пользовался Lightning или слышал что-нибудь про него? В чем прикол Lightning? Ну, у вас есть обычный торч. И этот торч, он позволяет вам делать все, что угодно, типа, окей, безусловно, то есть это вполне себе самодостаточный фреймворк, вы с ним напишите все, что вам хочется. Но иногда писать в торче, ну, тупо долго. Вот просто много кода, который вы там повторяете из раза в раз. То есть вы уже учите там какую-то десятую сетку, пишете там какую-то другую домашку, и вы понимаете, что вы просто там, не знаю, берете откуда-то код, потому что вам тупо уже стало слишком впадлу писать постоянно вот это. Там цикл по эпохам, потом цикл по бачам из трейлодера, дальше там перегонка на девайс. Ну, одно и то же, ну, по факту. То есть посмотрите, то есть реально получается, что и вот даже по семам, посмотрите, не знаю, в прошлом году семы, их там, они все выложены, везде одно и то же. То есть стратегия обучается, стратегия обучения и валидации, она меняется в своей сердцевине крайне редко. Там есть какие-то особенности, там какие-нибудь аугментации, которые могут применяться, еще что-то, которые, ну, которые могут накладываться, не знаю, там, в цикле обучения, допустим, представим себе. То есть какие-то штуки могут отличаться, но в целом все будет одинаково. И почему бы это все одинаковое не взять и не упаковать в какой-то другую либу, какой-то модуль. И Lightning делает, в частности, именно это, то есть он упаковывает какие-то банальные штуки так, чтобы вам было легче. То есть, например, там, тренировочные циклы, он просто упрощает, делает это все удобнее и красивее, просто эстетично. Да. Датасеты, чтобы не писать вот какие-то большие функции самостоятельно, он там какие-то темплейты уже дает. Вот. Использование каких-то устройств. Тоже, чтобы не писать постоянно to device, вот это вот все тоже как бы дает, делает попроще это все. Перевод модели в другие форматы и всякие разные штуки, например, логирование. То же самое, то есть там можно подключить OneDB-логгер из Lightning. И, в принципе, довольно прикольно логировать в какой-то нужный вам проект и сохранять чекпоинты автоматически. Причем вы можете там поставить какую-нибудь стратегию, там best, и он вам сохранит самый крутой чекпоинт с точки зрения метрик, которые вы указываете. И посмотрим, что будет нам происходить дальше. Все, он подгрузит, поругается на что-нибудь обязательно. Окей, берем Fashion List. Просто картиночки не совсем НИСТ, а всякие там предметы гардероба. Вот, и делаем сеточку. А, что вот сеточки будут? Ну, вот она, собственно, структура. Не очень понимаю, правда, зачем в самом начале бачнор. Ну, может, это работает. Ладно, почему бы и да, собственно. Ну, бачнор, свертка. Вот, ядро 3, 32 канала делаем. Relu pooling, в два раза уменьшаем картинку. Опять делаем бачнор. Ну, зачем? Для того, чтобы сглаживать наш функционал, как мы на это во всяком случае надеемся. Вот, дальше с 4 до 3 сворачиваем. Вот, опять релу, опять в два раза уменьшаем картинку. Дальше все это распрямляем и делаем линейный слой релу, дропаут, чтобы порегуляризовать нашу модель. Линейный релу, линейный. В общем, классическая на самом деле схема, крайне похожая на какой-нибудь условный AlexNet. Вот, ну, только подавал еще немножечко изысков. Ну, вот эта вот сетка здесь, собственно, и запроганная, если посмотрите. Вот. Все в целом, ничего криминального. Определяете forward. Вот. Определяете там функцию getAccuracy. Все такое. Вот. Единственное, в чем возможно отличие, это в том, что здесь вот есть вот этот forward. И вот этот forward. Но на самом деле, чем занимается вот этот форвард? Он вызывает предыдущий форвард,
А потом еще он берет и там loss function считает, дальше он там делает torch cut, дальше он считает predict настоящий, если у вас там задача классификация, она случает классификация, и считает метрику. Вот. И возвращает, собственно, loss или там target, вот, в зависимости от того, что вы поставите. Вот такие вот приколюхи тоже можно прописывать в моделях. Ну и, собственно, функция для почетных метрик. Дальше. Ну, здесь мы просто даем name tuple для того, чтобы у нас просто были названия. Вот, мы на 10 эпох, learning rate 0.01. Вот, и, собственно, в чем прикол торча? Ну, типа, берем train на одну эпоху, и дальше по классике модул train, задаем счетчики, идем по дата-лодеру, вот оно, на девайс, делаем model inference. Ну, только здесь мы сразу лосс посчитаем, потому что мы позволили сами себе это сделать. Делаем quor, делаем step, опять zero-grad, accuracy, там обновляем счетчики, четко, но много. Вот, на validation вот все то же самое, только модул eval и не считаем градиента. Вот. На фите, о чем прописываем? Мы прописываем то, как это все будет выглядеть целостно. То есть сначала мы делаем там train эпоху, потом там validation эпоху и так далее. Вот. Обновляем метрики, выводим это все. Добро. И вот таким макаром мы тренируем нашу сетку. Ну, сейчас она быстро затренится, вот, так что тут даже ждать особо сильно не придется. Вот. Ну, тут написано плюс-минус 1 минута на ГПУ, но не. Сейчас он только расчехлится, и все будет супер. Вот. Ну и все, вот, хопа, и мы уже натренировались. То есть, ну, вроде эффект есть, но ну, пофига кода мы написали одинаково. И теперь то же самое сделаем с Lightning. В чем прикол Lightning? Вы просто берете и делаете свой модуль для обучения. В этом модуле у вас вы прописываете какие штуки. Во-первых, вы делаете init, ну, естественно, конструктор как бы. Окей, в этот init вы передаете все, что вам нужно. Дальше вы можете прописать forward, вы можете прописать training step, то есть один шаг обучения, что на нем происходит. Дальше validation step, что на нем происходит. И все это запустить с помощью специального модуля PL Trainer. В этом PL Trainer вы можете показать ему там девайс, который вы хотите, эпохи, еще кучу всего. А дальше делайте fit и все. Ну, fit predict. Будем считать так. И как это выглядит в коде. Вот у нас, мы наследуемся от лайтнингового модуля. Вот. Ну, в торче мы тоже наследуемся, так что никаких особенностей особо нету. Передаем learning rate модель. Дальше определяем, как работает forward. Forward нам все равно надо определять. Вот, мы просто модель передаем данные. Вот и все. Дальше мы можем написать, что мы хотим еще как-то конфигурировать оптимайзер. Вот, мы хотим, чтобы вот у нас был оптимизатор, там, Адам, который берет и вот по указанному learning rate, по параметрам модельки, берет и что-то делает. Вот. Дальше training step. Sorry, у меня котяра залез на стол. Вот. На тренинг степе что мы делаем? Каждый тренинг степ, вот за что эта функция отвечает? Да, вот вообще классно на самом деле. Вот. Так, что я говорил? Когда задумываешься, сразу вбиваю. Тренинг степ. Тренинг степ отвечает за то, что происходит каждый раз на каждой итерации вот с бачом, с одним конкретным отдельным бачом в трейн-лодере. Вот, что у нас происходит? Ну, на вход у нас приходит train batch, и вы еще можете передавать batch index. Если вы уберете batch index, ничего не сломается, то есть можно не передавать его. Главное, что на вход приходит batch, как и, собственно, и ожидалось. В batch у нас обычно датка и таргет. Что вы делаете? Вы делаете inference. Только обратите просто внимание, если будете брать код из этого сема. Смотрите, вот здесь self-model от images и target. Все, прикол в том, что у нас там моделька, она же может считать внутри себя там всякие метрики и все такое, и поэтому мы в модель передаем сразу таргет. Обычно у нас здесь в модель передается вот так вот, в этом виде. То есть у нас только данные передаются, чтобы получить предикты. Вот. Потому что бывает такое, что когда там копируют код, вот он не заводится. И вот это вот тупейшая причина, почему может не завестись. Потому что вы модель там будете передавать как положено, а она будет ожидать, что вы еще таргет будете передавать. Вот. Но в данном случае, так как мы модель специально таким образом прописали, что она может принимать себя на вход таргет и сразу там внутри себя считать метрики и все такое, то почему бы и да?
Вот, делаем логирование. Оно делается, в общем-то, удобно. И на валидационном шаге что мы делаем? Мы принимаем на вход батч. Можно индекс, можно не передавать индексы, на это вообще плевать. Вот точно так же батч расфигачиваем на дату и таргет. Считаем лосс, ну или какую-то метрику, окей. И логируем это все добро. Вот, есть что там в лайтинге есть, как я говорил, в NDB-логер. Вот, если вы его там потянете, вы просто создаете после. Вы сначала в NDB делаете логин, потом init, делаете проект, делаете какое-то там название. Вот, дальше запускаете вот этот NDB-логер, присоединяетесь к тому же самому проекту и указываете, например, то, что вам там нравится, какие, например, модельки вы, какие чекпоинты моделек вы бы хотели хранить. Вот всякие такие удобные штуки есть. Ну, можно написать свой лайтнинг, ну, не лайтнинг, а вот эту, например, штуку действительно можно написать. Да, но просто это все такая, типа, как Кирьян говорит, синтаксический сахар. То есть просто приятно, что можно иногда там не писать вот эту вот всю длинную колбасень, не копировать ее, а просто взять вот эту вот всю тему и использовать это все как-то, как можно сказать, удобнее гораздо. Вот. Дальше вот у нас модель делаем. Берем наш модуль, вот этот обучающий. Дальше тренер. Указываем, что мы хотим там на CPU почему-то акселератор использовать одну эпоху. Вот, делаем fit. А если я GPU укажу, то все упадет, да? Вот, делаем fit. То есть берем, даем наш модуль, берем, даем data loader, train и eval. И все. Так. А, вот так только теперь. Он вам выдавать будет вот этот колбасу, он там проверяет сначала всякие штуки, проверяет dependencies, там все такое, но это все фигня. Вот. И, в принципе, достаточно оптимально. Ну, можно заметить, что он, наверное, чуточку подольше это делает, потому что там какие-то внутри себя еще штуки проводят, но это не важно, это не имеет никакого значения. Вы какой-то особой разницы не заметите. Вот. То есть стало сильно лучше. То есть мы не описывали весь цикл, мы не забывали про всякую фигню, типа там бэквордов, зероградов и еще каких-нибудь штук, которые могут быть важны. Например, если вы клипаете градиенты, то есть если вы не хотите, чтобы они взрывались, то вы там прописываете просто один раз параметр клипинг, и все, и вы не забываете каждый раз их клипать. Вы не забываете, что у вас там один тензор на GPU, один на CPU, за вас это все делается. У вас есть подбор какой-то там умный Learning Crate, вот, и вы можете все прицеплять разные штуки из торча и там тот же самый в NDB для логирования какого-то красивого и для графиков каких-то понятно. Вот. То есть эта штука работает, она может вам сильно облегчить жизнь. Вот, если вы там пишете, например, однообразно какие-нибудь сетки. Но, с другой стороны, много кто ими не пользуется. Вот. Запускать вот эту всю колбасу я, наверное, не буду, потому что я ее уже прогнал. Но что дальше будет происходить? Вот как раз под остаток занятия, как раз нам мы посмотрим, но как разные оптимизаторы справляются, в общем-то, с одинаковой задачей. То есть у нас есть тот самый Fashion List, и мы посмотрим, как одна и та же модель SimpleNet. У нас, по-моему, это SimpleNet. Это что? Это, по-моему, вообще один нейрон, не так ли? SimpleNet. Ой, сейчас бы найти. В проде. Нет, в проде Lightning абсолютно. Ну, я в проде, например, не видел, чтобы кто-то использовал Lightning. И вообще, в принципе, такие вот настройки, они в проде только мешаться будут, потому что они не настолько оптимальны, как хотелось бы. То есть все равно тебе, в принципе, в проде плевать, ты просто делаешь. Ну нет, в проде могут торч использовать, я видел, во всяком случае. Вот. Просто Lightning это уже такая не совсем продовая тема. Вот. Simple model. Так, а где у нас он определяется? SimpleNet. SimpleNet наш. Get simple model optimizer. Чего? SFR, точка переходит в TensorFlow. Не знаю, как по мне, Torch гораздо более такой приятный и понятный, чем тот же самый TensorFlow, вот честно.
Ну вот, на Simple Net нужна сетка. Ну, вот, понятно, все. А то я что-то подзабыл. И, собственно, смотрим, как она будет обучаться, что она будет показывать. Если мы берем SGD, мы берем Learning Rate, какой-то одинаковый, который мы там указывали раньше. Мы берем количество эпох одинаковое, но тоже мы их указывали ведь где-то здесь, раньше, по-моему, если я правильно помню. Да, мы берем 10 эпох и берем 1000-ную Learning Rate. И дальше смотрим на то, как оптимизаторы с этим всем добром будут справляться. Вот. SGD. В принципе, мы начали с того, что после первой эпохи на валидации качества accuracy 45, и заканчиваем тем, что на 10-й эпохе, после 10-й эпохи, accuracy 75. Ну, вроде бы кажется, что круто. В принципе, мы достаточно неплохо решаем задачу. Но теперь попробуем использовать моментум. И уже видим, что после первой эпохи здесь было 45, а здесь уже становится сразу 75. То есть столько, сколько мы получали здесь только в конце, то есть спустя 10 эпох. То есть уже очевидно, что моментум, он, во всяком случае, хотя бы для этого сета работает неплохо. Очень даже неплохо. Вот. Моментом здесь мы используем 0,9 значение. Вот. И к концу мы уже получаем на валидации 0,88, ну, 88% accuracy. То есть, ну, в принципе, цифры-то клевые. Вот. Дальше пробуем RMS Prop. То есть еще улучшаем, чтобы у нас никакого затухания не было, как есть в Адаграде. Вот. Чем получаем? У нас 86% уже после первой эпохи. То есть здесь мы закончили на 88 после 10. То есть как бы уже опять мы какое-то сделали, кажется, ну, достаточно интуитивное улучшение, простое. Но мы получили просто конский прирост качества. И заканчиваем на 89%. Ну и, наконец, наш чемпион, который 86 выбивает после первой эпохи. Ну и здесь, кстати, тоже 86 было. Вот. И дальше уже 91. То есть, ну, это клево. И если мы еще шедулер докинем. Так, сори. Так, то у нас, ну, тоже 91 получается. Причем, кстати, даже чуть пониже. Но хотя бы просто так мы видим, что качество не различается, не так сильно отличается. Но, в принципе, с шедулерами вы точно гарантированно могли заметить, что качество будет отличаться. И кому-то даже шедулеры помогут решить домашку. Вот, так что не пренебрегайте ими. Ну и сравнение того, как они вообще, эти алгоритмы, сходились. Ну, слушай, действительно, так оно и есть. То есть эта домашка дана вам, чтобы вы просто сами посмотрели, все это руками пощупали. То есть то, что я вам здесь что-то покажу, ну, что-то отложится, что-то нет, но в любом случае все это, ну, надо хотя бы разочек руками пощупать. Вот. Домашка чисто про страдания. Про страдания, про переболь, про перебор, про боль. Вот про это все. Вот. Но нам еще и к тому же не говорили про масштабирование таргета. Пока там, не знаю, половина срока не прошла на всю домашку. Вот. А вам уже сразу дали, так что цените это все. Добро. Вот. И тут сразу очевидный результат, что у нас Адам и Адам с шедулером показывают офигенное качество, остальные, ну, похуже. Просто похуже. Ну, RMS Pro еще, кстати, неплох достаточно. Вот. Ну и просто линии. Смотрим. Все то же самое. То есть, какова вообще мораль этого всего? Это вообще вот этого занятия. Вывод номер один. Оптимизатор — это важно. То есть, иногда вы будете там брать какой-нибудь, просто там брать не, там, не из ГД, а Адам, и у вас будут результаты просто в космос уходить. Почему? Ну, потому что Адам просто круче. Вот и все. Иногда вы будете брать не Адам, а СГД, и у вас будет становиться лучше. Такое тоже бывает. Вы можете до сих пор увидеть там в каких-нибудь статьях, как челики какие-то большие конские сетки запускают с помощью СГД, например. И они получают крутые результаты, которые вы не повторите с Адамом. Вот. Ну, может быть, приблизитесь. То есть тоже под каждую задачку, по идее, может подойти разное. Но Адам в целом это просто такой нормальный, сбалансированный выбор какого-то нормального челика. Вот, обычного инжойера. Вот. Не пренебрегаем шедулером. Шедулер — это важно, может чем-нибудь вам помочь. Если вам надоело писать код, который занимает вот столько экранов, то пользуемся Lightning. Lightning позволяет это все написать полегче. Но Lightning там свои приколы, то есть это как бы тоже это все
с одной стороны, кажется, что все круто, все хорошо, но если вы там захотите как-то извращаться над тем, что вы хотите какие-то там, что-то там сохранять где-то там, вот, то, возможно, это все станет каким-то для вас большим квестом. И еще одна отдельная неприятность, давайте скажем так, от Lightning, если вы попробуете пройти по ссылочкам, почему не выбирается сторонка? Если вы попробуете зайти в документацию, то вас ждет сюрприз. Да, именно так. Вот. Что как бы, извините, но документация Lightning, к сожалению, недоступна. Ой, действительно, произошла база, но вот что есть. Поэтому с Lightning придется разбираться там Stack Overflow, ну, в общем, классика. Но никак не дока, как у торча. Ну, хоть торч свою документацию не банит. Уже хорошо. Вот. Надеюсь, вам это было полезно, очень актуально. В принципе, понятно, что лучше было бы, конечно, показать про оптимизаторы перед домашкой. Вот. Но что есть, то есть. Всего сразу не покажешь. У вас есть какие-нибудь вопросы? Что-нибудь непонятно по теме или по предыдущему, или по домашке, что-нибудь? Я, кстати, не спросил в этот раз, как вам домашка вообще сама по себе. Еще понравилось? Ну, еще 3 дня. Ну, там, типа, не, если знать как, то пишется за минут 30. Страдание на ГПУ, это правда, да. Но там же написано, как можно продлить, скажем, срок жизни ваших квот на ГПУ, берете один батч всего лишь, оптимизаторы с трансформерами, да тот же самый Адам, совершенно спокойно используется, Адам W. Адам W есть реализация прямо в библиотеке Transformers. Вот. Но там используют более крутые, там, не знаю, из интересного попробуйте, я не помню, оптимайзер София. В общем, есть оптимизатор Софии. Я тоже видел, как его используют для трансформеров, но это тоже такая уже такое излишество, я бы даже так сказал. Вот. Я, честно сказать, не помню, чем отличается Adam W в Transformers в библиотеке от торчевого. Вот. Но, видимо, есть какие-то отличия, раз его часто импортируют вместе и используют. И шедулеры, кстати, используют тоже из библиотеки Transformers. Вот. А по поводу страданий на ГПУ, берете один батч, дальше этот батч полностью прогоняете, чтобы у вас все работало, весь код работал, и потом только подключаете ГПУ, запускаете, делаете полный прогон, получаете метрики. Вот. Такая штука работает для отладки. А вот уже для подбора архитектуры, к сожалению, ну, никаких вариантов нету. Но там на самом деле и на ЦПУ тоже, как бы, в принципе, у меня сетка на ЦПУ для домашки вот этой на десятку прогонялась минут 12, ну, пока она не пробила десятку. То есть, ну, в принципе, там не нужно что-то. Да, там есть 30 часов, но я не помню, когда они забрасываются. Они то ли на неделю, то ли на месяц. Честно, мне казалось, на неделю. Ну да, на неделю. Вот. Но все равно эти 30 часов, они быстро пройдут. Ну, вот вторая домашка у вас будет. Там моделька будет, конечно, гораздо жирнее. Ну, вы сможете взять пожирнее модельку, и там, конечно, 30 часов может и не хватить. Мне, например, не хватало. Вот. Ну, за 3 минуты учится на 8,72, ну, прикольно. Нет, там можно подобрать сетку. Вот. Я тоже тогда в первый раз это делал это быстро, потому что правильно написал кто-то, что еще 3 дня, вот у меня была такая же логика. А сотый на 80 гигов. Ну, боюсь, что там даже почку, наверное, продать, это как бы слишком, как-то переоценка своей почки, что она там 1,5 миллиона, по-моему, стоит. Ну, а сотый, конечно, это сила. Там, берешь там сервачок с, там, не знаю, с 8 асотами, и это кайфы, конечно, да. Вот. Гоняется все очень быстро и очень круто. Окей, если у вас нет никаких вопросов,
Никаких, Можно я да? задам вопрос по домашке? Да, Вот у можно. меня была такая ситуация, что ну, я взяла маленький бач-сайз, и у меня очень долго училась, то есть порядка 30 минут. Я вроде в беседе в общей писала, но не очень поняла ответ. Вот. А когда я увеличила бач-сайз, там условно, вот у меня был 25, если я увеличивала до 50 и меняла там у градиентного спуска learning rate, вот, то переставала учиться все, и уже никакой подбор гиперпараметров не помогал. Вот, ну и в целом параметрах. А с чем это связано? Я что-то неправильно сделала в реализации или просто моя архитектура под большие бач-сайзы, ну, не учится просто. Не бывает такого, что у тебя архитектура, она работает для батч-сайза, там, не знаю, 16, а на 32 навалится. Такого просто не бывает. То есть, ну, в чем разница между батч-сайзами? В том, что у тебя больше или меньше объектов. У тебя, ну, объекты плюс-минус там из одного распределения, из одного датасета. Что-то слабо верится, что батч-сайз вообще может как-то на это сильно повлиять. Батч-сайз влияет на что? Он влияет на то, во-первых, сколько времени тратится на один шаг, чтобы один раз что-то посчитать. То есть чем больше у тебя batch size, тем больше у тебя времени уходит. И для каких-то простых датасетов есть такая тема, что чем у тебя проще данные, тем на самом деле больше можно брать batch. Почему? Потому что если ты возьмешь какие-нибудь там, ну, не знаю, возьми, сделай какие-нибудь две фичи, это будет два просто вещественных числа. А потом возьми какую-нибудь сложную функцию, сделай там логарифм, косинусы и так далее. И начни считать это сначала бачами там по 2, а потом бачами по 512. Вот. И у тебя бачами по 512 в разы быстрее получится. То есть на простых данных большие бачи дают просто прирост в скорости. Потому что все легко считается на самом деле. И тогда у тебя вот каждый раз по 2 будет просто тупо дольше за счет того, что ты каждый раз по новой все считаешь. Для каких-то более сложных, да, штук уже, ну там, во-первых, в GPU начинает, конечно, проблемы возникать с памятью, но там batch size уменьшается. То есть batch size влиять не должен. У тебя есть некое взаимодействие между batch size и learning rate. То есть 512 параллелит чего? 512 параллелит типа объектов. Не знаю, сколько они параллелят, честно сказать. Затрудняюсь ответить. Это все лично для меня, это все типа, я вот именно в такие штуки не лезу, другими темами занимаюсь, поэтому для меня это все просто я закидываю, пусть оно все само там параллелится как-нибудь без моего участия. Вот, поэтому, возможно, да, действительно, они там 512 параллелят, в принципе, почему бы и да, собственно, вполне себе можно в это поверить. Что с бачом и learning rate связано? Чем больше у тебя бач, тем надо быть аккуратнее с learning rate. То есть большие бачи означают, что у тебя более взвешенный шаг, но он еще и будет каким-то более, он будет более агрегированным. То есть learning rate для большого бача нужно указывать поменьше. Меньше бач, значит, так, по-моему, такая логика, то есть они в обратной пропорции. Чем больше бач, тем меньше у тебя должен быть learning rate, чтобы меньше сдвигаться в сторону вот этого вот агрегированного оптимума. Поэтому пока что кажется, что если у тебя с бачом там 50 и learning rate каким-то все расходится, то возможно это потому, что бач слишком большой стал для такого learning rate, и все расходится. То есть попробуй понизить learning rate и типа вот это на что-то повлияет или нет. Ну вот я пробовала разные модификации, у меня так и не пошло, вот, и я, ну, честно, устала и просто забила, из 25 учила, но в итоге 25 batch size и довела сетку до того, что, ну, она, слава богу, 10 минут училась, а не как там я несколько дней, ее, наверное, по 30 минут ждала, пока она научится. Вот, но это было ужасно, и я была в тупике. Но, может, я правда неправильно подобрала вот этот как раз learning rate, но я старалась разные модификации делать, и, честно, в ступоре была. Ну, все очень просто. Попробуй learning rate, скажем, не знаю, одну десятитысячную. С одной десятитысячной даже большой батч должен точно работать. Типа, ну, вот стандартное значение, это какой-нибудь там, скажем, ну, что считается стандартным? Вот тут, например, 3, сейчас, 3 минус 4, блин. Вот такое вот значение learning rate, в принципе, считается достаточно стандартным. Не знаю, у меня с ним заводится вообще все, что угодно, вообще все. Как-то даже затрудняюсь ответить, почему.
Может долго с бачом. Давай так, когда домашка закончится, можешь мне написать в личку. Я попрошу ноутбук и посмотрю, типа, в чем вообще прикол-то может быть. Ну, я, если честно, ее уже сделала и скинула. Если вы не против, я могу просто скинуть, потому что в целом я менять не собираюсь ничего. Вот у меня Ну там окей, не, все можешь пробил. скинуть сейчас, но смотреть я буду после того, как домашку уже, ну, после дедлайна. Вот. Но я тогда почекаю на и посмотрю, почему так вышло. Ну, что-то странно, прям очень странно звучит. Ну, то есть это не должно вот так, по идее, Так не работать. должно быть, да. То есть, вот, ну, я же показываю, вот как оно есть. Если я сейчас изменю где-нибудь там в дата-лодерах размер бача, изменю ли не крейт, все равно все будет работать. Вот. То есть, такие ситуации, про которые ты говоришь, это прям звучит очень странно. Прям, не знаю, что даже интересно стало. Поэтому говорю, скинь ноутбук. Я хочу посмотреть на это. Вот. Хорошо. Спасибо. Окейушки. Вот. Если больше нет вопросов, то тогда давайте заканчивать. Вот. Надеюсь, все было понятно. Вот. Надеюсь, вам это пригодится. Хотя бы уж в следующих домашках. Вот. Давайте всем удачки. Всем пока.